Автобус Юнитера – уникальный реликтовый продукт, поскольку содержит в своем составе электрогидравлический измельченный бурый уголь. Растения, послужившие материалом для образования бурого угля, не подвергались пагубному воздействию человеческой цивилизации. Важной составляющей гумуса Юнитера является оптимально подобранный набор агрономически ценных микроорганизмов, которые обеспечивают высокое плодородие почв и высокую урожайность. Автором идеи создания Международного банка почв выступил генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Юницкий Анатолий Эдуардович. Его всегда беспокоило сохранение биоразнообразия на Земле. Идея была реализована тем, что мы создали Международный банк почв, аналогичный плодородной Земле. Формирование банка почв ведется уже более года и постоянно пополняется новыми образцами. Основой для создания банка почв явились образцы, привезенные сотрудниками компании из различных регионов Беларуси и России, включающего самые разнообразные группы микроорганизмов, представленные в различных почвенно-климатических условиях земного шара. Дальнейшее его пополнение происходило с помощью образцов, привезенных гостями Экофеста из различных уголков мира. Хочу выразить благодарность каждому, кто принял участие в формировании Международного банка почв. На Экофест было привезено более 90 образцов, что суммарно составило более 350 килограмм. Выделены агрономически ценные группы микроорганизмов, которые хранятся и поддерживаются в активном состоянии в микробиологической лаборатории ЗАО «Струнные технологии». Была проведена серия экспериментов с использованием гумуса Юнитера на различных видах растений и доказана его эффективность. Установлено увеличение урожайности различных культур и получение экологически чистой продукции. На сегодняшний день уникальные реликтовые продукты гумус Юнитера мы производим только для потребностей внутри компании, а также для предоставления исследовательским институтам, химическим и микробиологическим лабораториям. Также образцы были переданы в такие страны, как Россия, Монголия и Арабские Эмираты. Мы провели маркетинговые исследования и определили сегменты рынка, наиболее перспективные для реализации нашего экологически безопасного реликтового гумуса Юнитера. На сегодняшний день зарегистрированы технические условия на гумус Юнитера и получено положительное заключение экологической экспертизы. На завершающей стадии находится сертификация. Также мы отработали технологию производства гумуса и следующий шаг – переход к крупномасштабному производству. В ближайшее время, я думаю, каждый сможет приобрести наш уникальный продукт.